Всем привет-привет! Сегодня стартовал проект от админа Paradise. И в этот проект уже зашло несколько блогеров. И давайте посмотрим, о каком проекте именно я говорю. Вот проект, он называется City Group. Как я и сказал, этот проект от админа Paradise работает дней ноль, потому что стартанул он сегодня. Инвесторов уже 1023. Инвестировано 645 672 рубля. Выплачено уже 26 277. Вот тут можно посмотреть последние пополнения: 2400 рублей, 400, 800 рублей, 100 рублей. Последние выплаты 11, 20 рублей, 50, 125 рублей. Вот топовые инвесторы: 21 тысяча, 21, 20 тысяч, 15, 15 тысяч. Как видите, люди сюда вкладываются. Топовые партнеры: Time Hype Monitor. Вот Лорд Борг уже зашел, Мэнни Мани зашел, Hype Room Monitor тоже здесь, Артур Профит уже зашел. Смотрите, сколько блогеров уже зашли в этот проект. Платежные системы у нас Pair, Perfect Money, Kiwi, AdvoCash, Яндекс, и даже можно пополнять с Visa или MasterCard. Давайте же посмотрим, что проект нам предлагает. А проект нам предлагает аж 5 тарифных планов. Давайте их рассмотрим. И первый тарифный план у нас 35% за 24 часа, минимальная сумма 100 рублей, максимальная сумма 2999 рублей, начисление 135% один раз в день. Второй тарифный план у нас 37% за 24 часа, минимальная сумма 3000 рублей, максимальная сумма 6999 рублей, начисление 68,50% раз в 12 часов. Третий тарифный план у нас плюс 40% за 24 часа, минимальная сумма 7000 рублей, максимальная сумма 19999 рублей, начисление 35% раз в 6 часов. Четвертый тарифный план у нас плюс 45% за 24 часа, максимальная сумма 20000 рублей, минимальная сумма 20 тысяч рублей, максимальная сумма 49 999 рублей. Начисление 24,17% раз в 4 часа. И самый мощный у нас тарифный план — это плюс 50% за 24 часа. Минимальная сумма тут 50 тысяч, максимальная сумма 300 тысяч рублей. Начисление 6,25% один раз в час. Также вот тут на калькуляторе можно рассчитать прибыль. Давайте, например, введем тут 1000 рублей и рассчитаем к примеру, на вот этом тарифном плане. Оп, почему-то у меня включился этот тарифный план, первый. А, да, потому что сумма не та. Тогда давайте введем минималку 3000 на второй тарифный план. И включим. Почему-то не включается. Ну ладно, давайте посмотрим все-таки на 1000, на первый тарифный план, наверное. Вот, смотрим. За сутки мы заработаем чистыми 350 рублей. Если вложим сюда 1000, вот такие тарифные планы, в принципе, можете перейти и все на калькуляторе посчитать сами, в зависимости от суммы, на которую хотите заходить. Так, теперь давайте перейдем в кабинет, посмотрим, что у нас в кабинете. Кстати, вот есть у нас два языка, русский и английский, можно переключать. Вот наш кабинет. Для начала, чтобы вы потом могли выводить денежку, переходите вот сюда, платежные реквизиты. И тут прописывайте свои кошельки. Так, теперь давайте посмотрим на депозиты. Кстати, партнерская программа тут двухуровневая. Сейчас я вам покажу. Вот тут в депозитах можно делать сразу реинвест. И тут смотреть статус вашего депозита. Так, давайте перейдем в партнерскую программу. Вот, она у нас два уровня, 5% и 1% соответственно. И вернемся в кабинет. Сразу давайте сделаем депозит. Так, давай. Все, мы вернулись в кабинет. Вот тут есть вкладочка «Создать депозит», нажимаем на нее. Вводим сумму. Я введу 200 рублей.
платежной системы. Выбираем платежную систему, я буду выбирать Payeer, выбираем план. Плюс 35% за 24 часа, ваш баланс будет пополнен. Так, нажимаем пополнить. Тут выбираем Payeer рубли. Так, как видим, комиссия у нас тут есть, но ничего страшного. Все, нажимаем подтвердить. И вот дата пополнения 200 рублей, написано успешно. Теперь перейдем в депозиты. Смотрим, вот работает наш депозит. И завтра посмотрим, как можно выводить отсюда денежку. Запишу еще один об этом ролик. Так, что-то еще хотел сказать. Так, где можно посмотреть баланс. Так, когда вот в аккаунте тут можно посмотреть баланс, сколько будет доступно к выводу. Кстати, если вам будут начисления по партнерке, то вот тут тоже они будут отображаться. И смотря с какой платежной системы партнер пополнит баланс, на ту систему вы сможете вывести. Так, вот такой вот интересный проект. Ссылочка на проект будет в описании. И не забывайте о правиле свободных денег, инвестируйте только свободными деньгами, потому что это хайп, это фаст, и тут, конечно же, присутствуют риски, но заходить в проект или нет, решать, как всегда, только вам. Ну а на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч.